Да. Вот здесь. Доброго дня. Розпочинаємо наш наступний брифінг. Брифінг з приводу ситуації, яка склалася із російськими, казахстанськими деякими журналістами на території України. Їх, за їхніми словами, переслідують спецслужби Казахстану на території України. Про те, як виглядає ситуація, сьогодні розкажуть Жанара Ахметова, казахстанська журналістка і активістка, Ольга Курносова, російська журналістка і політичний емігрант, та Олексій В'єтров, російський активіст і політичний емігрант. Прошу до слова, Жанара Ахметова говоритиме першою. Все работает, да? Здравствуйте, уважаемые журналисты. Я прошу прощения, что мы в экстренном порядке все это делали и не дали возможности собраться. Дело в том, что все события основные, самые тревожные, развивались сегодня ночью, и поэтому мы решили ничего не откладывать в опасности жизни моих друзей и наша свобода. Ну и, в принципе, находиться в таком положении длительное время уже невозможно, неприятно. Я должна объяснить предысторию. Я являюсь представителем оппозиционного движения в Казахстане, называется «Демократический выбор Казахстана». Это движение было создано Мухтаром Аблязовым и его товарищами в прошлом году, 20 апреля. И на территории Казахстана это движение 13 марта этого года признали экстремистским. Причины указывают, что мы хотим силовой захват власти, и мы хотим переворот кровавый и так далее. Ничего подобного, естественно, мы никогда не транслируем. Наше движение декларирует мирные цели, и мы открыто агитируем людей, собираем народ в наше движение, и за нами пошло очень много людей в Казахстане. В последнее время нами были инициированы огромное количество акций и митинги в Казахстане, что давно не имело места, и эти события принимают массовый характер и проходят по всему Казахстану достаточно регулярно. Нам удалось создать очень большой чат в Telegram. Более 100 тысяч человек сразу добавились в первые 40 дней, и далее мы сделали чаты по регионам. Таким образом, у нас каждый день растет число сторонников, и для властей мы представляем большие какие-то проблемы, так они считают. Таким образом, на территории Украины в последнее время я стала замечать, что, во-первых, за мной следят, за мной ездят машины. Во-вторых, я понимаю, что меня прослушивают, и это все подтвердили. В-третьих, сами власти Казахстана официальным заявлением не так давно было сделано заявление Генеральной прокуратуры, которая подробно рассказала о том, чем я занимаюсь на территории Украины. Назвали мою деятельность, будем так говорить, преступной, то есть в связи с тем, что я являюсь представителем экстремистской организации. Здесь, на территории Украины, мне помогают такие же мои друзья-беженцы, оппозиционеры. Понятно, что у нас очень много общего. И я бы хотела сказать, в связи с чем я указываю на опасности со стороны спецслужб, как это выглядело, и поскольку это носит системный характер, это уже становится довольно тревожным симптомом, будем так говорить. Для начала я хочу сказать, 23 июня мы проводили масштабный митинг за бесплатное образование в Казахстане, проводили его по всем городам, в нем приняли очень много участия наших сторонников, но были очень жестокие силовые разгоны, за этим наблюдал весь мир. А митинг у нас в Казахстане начинался ровно в 15:00. А мы находились в помещении, где обычно мы работаем и собираем материалы, там помогаем освещать казахстанским оппозиционерам эти события, и в этот момент ровно в 12 часов, 15:00 по казахстанскому времени, в нашем офисе абсолютно у всех исчезла мобильная связь и интернет. Вокруг офиса по периметру стояли странные автомобили затонированные, и, собственно, чтобы вызвать такси, пришлось бежать довольно далеко. Нас было около 9 человек, поэтому свидетелей всего этого мероприятия, то есть довольно много. Поэтому, ну, то есть я имею в виду тех, кто может засвидетельствовать эти события, потому что люди не могли там, и прохожие, и так далее, все жаловались на то, что отсутствует интернет и мобильная связь. То есть я хочу сказать, что наши спецслужбы располагают определенным оборудованием, которое направленно глушит интернет и мобильную связь, ну, локально в определенном районе. Но поскольку наши
Нашей задачей основной было освещать события того дня, поэтому мы не могли себе позволить, естественно, отвлечься и заняться чем-то другим, там, допустим, вызвать полицию, как-то повлиять на эту ситуацию. И поэтому мы, естественно, быстро уехали из офиса, забрали с собой технику и продолжили работать. Через некоторое время в моей квартире кто-то попытался взломать замки. Об этом я тоже оповещала на своей странице Facebook, показывала, значит, вызвала мастера. Мастер этот подтвердил, что замки взломаны и так далее, то есть повреждены намеренно. Это я как бы цепочку таких вот сигналов вам показываю. Далее мы тоже продолжали готовиться к митингу и так далее. И 5 числа перед очередным митингом 6 июля весь Казахстан выходил, чтобы, так сказать, отметить день рождения нашей столицы, Астаны, 20-летие. И в этот же день власти перенесли этот день на 6 число, потому что в этот день рождения Нурсултана Назарбаева. На самом деле день рождения Астаны 10 июля, и вот с каких-то пор мы отмечаем это в один день. Разумеется, этот день всегда является таким очень обостренным для народа, то есть люди его всегда воспринимают очень, скажем так, протестно, и в такой день у нас, как правило, какие-то акции проходят. Естественно, ДВК тоже готовил продолжение того митинга, поскольку нам 23-го выйти не дали, и мы на 6 число тоже планировали акции. Я собиралась проводить в поддержку наших оппозиционеров акцию на Майдане. Мы вот все с друзьями собирались на Майдан приехать 5-го накануне, провести там акцию в поддержку политических заключенных и в поддержку тех людей, которых сегодня активно преследует власть, и таких людей очень много. К ним предъявляют 405-ю статью, это участие в экстремистской организации. И мы должны были на Майдане выйти с плакатами и так далее. Когда я вызвала такси, получилось таким образом, что вместо настоящего такси, которое я вызвала, приехал автомобиль, так сказать, подставной, затонированный автомобиль, на котором меня пытались похитить. Все эти факты я изложила, естественно, я обратилась в полицию, все там подробно изложено. Обстояло все таким образом. Охранник нашего дома, поскольку автомобиля этого такси очень долго не было, я вынуждена была выйти за пределы нашего жилого комплекса к шлагбауму. И там я стояла, ждала эту машину довольно долго, около 30 минут. Звонил водитель, почему-то голос был какой-то такой роботизированный, разговаривал через какие-то щелчки с промежутками. Я сначала не придала этому значения. И водитель мне сообщил, что автомобиль меняется, что вместо серого «Опеля» приедет белый «Митсубиси». Ну, такое иногда бывает в такси, поэтому я, поскольку очень спешила, я как бы не обратила внимания на эту ситуацию. Но затем охранник попросил меня встать в мертвую зону. Так и сказал: «Жанна, встаньте, пожалуйста, вот здесь за фонарь, здесь будет мертвая зона, я должен вам кое-что сказать». Я встала за этот фонарь, и он мне объяснил, что рядом со мной стоит автомобиль, который за мной наблюдает уже 2 суток, и попросил, чтобы я его как бы не выдавала. Ну, я в таких случаях действую радикально. Я немедленно вытащила планшет и стала записывать этот автомобиль. И в этот момент подъехала Митсубиси белая. И я так получилось, что я записала и эту белую Митсубиси. Как раз-таки эта машина, и на этой машине пытались совершить похищение. По всей видимости, именно этот факт смутил того самого водителя, который за мной приехал и, возможно, спас мне жизнь. Поскольку, когда я только села в автомобиль, там тоже немедленно пропала мобильная и интернет-связь, и водитель начал говорить странные вещи. Сначала он мне сообщил, что у него есть ко мне просьба, и он просит проехать меня к нему домой, чтобы он мог забрать пауэрбанк, потому что в его машине не работает зарядное устройство, и ему нужен пауэрбанк, чтобы быть всегда на связи, так устроена его работа. Я, конечно, была возмущена, но я сразу поняла, что это что-то очень тревожное и страшное. Поэтому я взяла себя в руки и предложила ему свой пауэрбанк и сказала, что я очень спешу, меня на Майдане ждет пресса. Водитель замешкался, несколько раз меня переспросил, заряжен ли мой пауэрбанк, действительно ли я ему его дарю. Потом начал выяснять, почему меня там ждет пресса. Я объяснила, что я оппозиционный журналист, и что меня там ждет не только пресса, но и моя команда, и что мы будем сегодня проводить акцию, и сейчас эту акцию ждут все в Казахстане.
Но, значит, в какой-то момент этот водитель сказал, что ему в любом случае надо остановиться и заехать на заправку. И он остановился на Лесе Курбаса 11 или 1А, вот я вообще 1А, да, вот, на заправке. И очень странным образом, естественно, он даже не остановился возле колонки заправочной, он остановился как-то странно сбоку и немедленно побежал звонить. Я увидела у него на шее вот, вот такие вот наушники, значит, наушник и вот такой проводок, который там был спрятан за его рубашкой. Ну, для меня, у меня сразу было решение, что я выйду из этой машины и не поеду с ним дальше. И я очень была рада, что он остановился на этой стоянке. Поэтому я немедленно выбежала. И вот первая фраза человека, который приехал по вызову такси, по диспетчерской, первая фраза человека, который называет себя таксистом. «Девушка, вы что, подумали, что я подставной? Вы куда?» То есть нормальный водитель, по идее, должен уточнить, где его деньги и куда я вообще собралась. Я изо всех сил начала кричать, что это похищение, вызывайте полицию. То есть я старалась убежать от него, потому что мне надо было еще обойти машину, пробежать мимо него. И я бежала в ближайший магазин на стоянке и просила, чтобы вызвали полицию. Опять же, должна быть у человека какая-то реакция на такие вещи. Он хотя бы должен был обратиться в свою диспетчерскую и сказать, здесь какая-то ненормальная, считает, что я хотела ее похитить, и там объясните, что я таксист. Этой реакции не последовало. Более того, человек не уехал. Он остановился и сначала стоял сбоку, потом он подъехал к колонке и вроде бы заправился. И затем на стоянку подъехали какие-то люди, у них шли переговоры. Я точно видела, что эти переговоры шли именно с нашим водителем по телефону. То есть они друг с другом переглядывались. В итоге водитель уехал, и уехали эти люди. Я в этот момент разговаривала с полицией, объясняла, что происходит, разговаривала с адвокатами. А потом приехали полицейские, составили протокол. Мы, естественно, с адвокатами из Арио составили материалы для СБУ, для полиции, обращение с перечислением всех этих моментов и так далее. И я хочу сказать, что слежка за мной осуществляется до сих пор, и я уверена, что и в эту минуту однозначно кто-то стоит и ждет. 6 числа мы готовили митинг. В Казахстане должен был пройти митинг, состояться. Опять были массовые, очень серьезные задержания. И нам пришлось тоже поменять место, где мы обычно работаем. Мы выехали в арендованное помещение, за нами опять следили. Мы вынуждены были таскать за собой везде технику и так далее. Все это, конечно, связано с большими неудобствами. Я понимаю, что спецслужбы добиваются именно этого, то есть чтобы расстроить работу того сообщества, которое вот мне помогает сегодня здесь на территории Украины. Это мои друзья, это наши беженцы из Казахстана. То есть нас совсем мало, мы как бы сплотились, и все, что можем, как можем, делаем и пытаемся как-то помочь тем людям в Казахстане, которые ведут борьбу с режимом Нурсултана Назарбаева. И я вот хочу сказать, что слежки не прекращаются. Вот, например, вчера за нами ездила какая-то черная BMW, да, до этого была белая Toyota. Все наши телефоны на прослушивании. Наше место, где мы все время работаем, туда постоянно приходят какие-то люди. Более того, стала приходить полиция. То есть для меня это тоже тревожный симптом. Причем полиция приходит даже совсем к людям, которые не имеют отношения, да, вот ни к моей деятельности, ни ко мне. То есть люди, которые со мной однажды там что-то там повстречались, что-то мне помогли, всех поголовно ходят и ищет полиция Украины. Это очень неправильно и очень страшно, когда на территории Украины действуют точно так же, как на территории Казахстана. То есть у нас в Казахстане, допустим, в преддверии всех этих акций, людей поголовно на машинах преследуют. Нам приходят очень страшные сообщения. Я сижу дома, не могу выйти из дома, потому что за моей дверью стоят четверо полицейских. То есть для того, чтобы люди не вышли на акцию, на митинг, стоят возле дверей всех активистов, стоят автомобили, меняются экипажи по несколько дней. Ведется тотальная слежка за огромным количеством людей. Огромным количеством людей. Ресурсы выделены вообще нереальные на то, чтобы бороться с нашей организацией. С нами борются блогеры, с нами борются все СМИ, тролли, с нами борется
все спецслужбы, начиная от прокуратуры, КНБ, национальных войск, полиции. То есть огромные силы, когда наши люди выходят, но они просто становятся зернышком, каплей в море, потому что на них налетает нереальная сила. И доходили случаи, то есть мы, эти кадры есть, они облетели весь мир, когда людей из кафе выдергивают, из автобусов выдергивают, из квартир выдергивают, чтобы только человек не принимал участие в акции ДВК. Это, конечно, очень страшно, да, и когда это все происходит на территории Украины, это страшно вдвойне, потому что, простите, мы все здесь заложники, ни у меня, ни у моих друзей нет паспортов, мы не можем отсюда никуда ни убежать, ни уехать, ни обратиться никому за помощью. И в экстренной ситуации мы ничем не располагаем. И если вы помните, в прошлом году была попытка моего похищения, и эту попытку похищения проигнорировали. Сделано было все областной прокуратурой Киева для того, чтобы с этим никто не работал, для того, чтобы спустить это на тормозах. Как мы ни бились, нам не помогли. И в настоящий момент я тоже вижу равнодушие. Я понимаю, что ни спецслужбы, ни полицейские не будут работать просто так, не будут никакого придавать значения этой страшной ситуации. И меня очень удручает, что на территории Украины казахстанские спецслужбы, российские спецслужбы ведут себя как у себя дома, какой-то проходной двор, то есть любой может взять и следить, заниматься шпионажем, потому что следить на территорию чужой страны – это шпионаж. Следить, ну поверьте, мне, например, очень тяжело, потому что у меня есть маленький ребенок, наша жизнь превратилась в ад. Моему сыну 10 лет, я не могу оставить его на улице. Я не могу оставлять его без своего внимания. В настоящий момент он лежит в больнице с непонятным отравлением, которое не является бактериальным, не является воспалительным, не является никаким, является отравлением какими-то химикатами. Мы промываем и чистим ребенка 3 дня. И я не знаю, что думать, от чего прилетела эта болезнь и кто, возможно, вмешался в жизнь моего ребенка. Я, простите, в дом захожу, и мой кот пугается и улетает как сумасшедший, потому что явно в квартире кто-то был. И вот в настоящий момент вот в моей квартире устанавливают камеры в коридоре и так далее, везде мы устанавливаем камеры слежения для того, чтобы обезопасить свою жизнь. И я не понимаю, как мы дожили до этого в Украине. Далее у нас произошел еще один очень тяжелый эпизод, почему мы сегодня здесь все собрались. Я хочу, чтобы Алексей сам рассказал об этом, потому что обращались напрямую к Алексею. Здравствуйте, меня зовут Алексей Ветров, я российский политический беженец. Я, как вот Жанна рассказала, я сотрудничаю, помогаю демократическому движению Казахстана в борьбе с тоталитарным режимом Нурсултана Назарбаева. Соответственно, в связи с этим мне вчера поступил звонок на телефон. Человек не представился, но сказал следующее, что я знаю, чем вы занимаетесь с Ахметовой, я знаю, где вы все бываете, что вы делаете в данный момент в том числе, и я вас хочу предупредить, что нам нужна ваша техника, если вы нам ее не передаете добровольно, то ожидайте просто людей в масках, которые захватят и технику, и вас самих, и вас просто всех вывезут в Казахстан и, соответственно, в Россию. Я бы не хотел, чтобы с вами такое произошло, поэтому я вам предлагаю сделать это добровольно. Он дал мне время, значит, некоторое время подумать, переговорить с Жанарой, и сказал, что потом перезвонит. Действительно, он перезвонил через 3 часа с другого номера и узнал наше решение. Ну, я ему сказал, что не могу доверять таким звонкам, соответственно, мы будем делать заявление и будем действовать самостоятельно, так, по-своему. Вот для этого мы сегодня здесь собрались, и для того, чтобы обсудить эту ситуацию. Я, естественно, поскольку являюсь конвенционным беженцем, и моя безопасность должна быть гарантирована УВКБ ООН, я им сегодня сообщил об этой ситуации, ну, попытался сообщить, я пришел к ним в офис, сказал, что у меня экстренная ситуация, мне надо сделать заявление. Разговор произошел на пороге, меня даже не пустили в само помещение, сказали, ну извините, у нас сегодня неприемный день, и мы вас отправляем в нашу партнерскую организацию «Право на захист», где вы можете адвокату сделать это заявление. Я туда сходил, конечно, все рассказал, сообщил о том, что мы будем делать заявление для прессы,
Но вот в связи с этим меня лично очень беспокоит вот эта ситуация по моей безопасности. Поскольку Украина как государство мне не гарантирует безопасность, международные организации, такие как УВКБ, не очень-то проявляют обеспокоенность этими ситуациями, этими событиями. И я очень опасаюсь за вот текущее свое состояние. Наверное, сейчас надо вот Ольге Курносовой дать еще слово также с нами. Дорогие друзья, действительно, мы приносим извинения, что мы собрались в таком спешном порядке, потому что это действительно форс-мажорная ситуация. И когда ты опасаешься даже не столько за свою жизнь, как за жизнь своих друзей, у нас единственный способ как-то, ну, хотя бы чуть-чуть усилить эту безопасность, это обратиться к вам, к средствам массовой информации. Дело в том, что так сложилась моя жизнь, что буквально за 10 дней до убийства Дениса Вороненкова я познакомилась с ним, и я видела своими глазами, как за ним ведется наружное наблюдение. До этого я уже почти забыла, пока жила в Украине, что это такое, а вот тогда я об этом вспомнила. И сейчас вот я снова вспомнила об этом, потому что я вижу это наружное наблюдение все время вокруг себя и своих друзей. Естественно, мы предпримем все необходимые шаги, мы обратимся с заявлением и в СБУ, и в полицию, естественно. И я надеюсь, что спецслужбы займутся этим делом всерьез. Потому что, ну знаете, уже невозможно смотреть, когда чужие спецслужбы чувствуют себя в Украине, как у себя дома. Ведь понятно, что этот звонок вчерашний, который был Лёше, это была такая, знаете, то, что называется разводка, да? По-русски это называется разводка. То есть, когда сообщают такую информацию, чтобы людей немножко запугать и получить то, что невозможно получить законными способами. Да? Конечно, этот человек, который звонил, никакой не представитель спецслужб, потому что когда спецслужбам что-то нужно, они берут ордер, приходят и забирают то, что им нужно. Задают вопросы, потому что они имеют право их задать, получают ответы, которые они могут получить, потому что они специальные службы, будь то полиция, будь то СБУ. Понятно, что это были не те, не другие, но ужас состоит в том, что люди настолько наглы, что они допускают возможность такого поведения в Украине. И мне кажется, что вот об этом стоит задуматься и властям Украины, и президенту, и правительству, и Грицаку, и Авакову, потому что если такое будет продолжаться, то спецслужбы будут дискредитированы гораздо сильнее, чем когда там где-то за поребриком критикуют их за дело Бабченко. Потому что, ну, это невозможно, когда можно так спокойно беспределом заниматься на территории соседней страны. Извините, что перебью вас. То есть у вас нет уверенности в том, что человек, который вчера звонил вашему коллеге, являлся представителем спецслужб какой-либо страны, что это просто какой-то аферист решил воспользоваться вот такой ситуацией? Ну, мы же помним, собственно, каким образом были наняты киллеры для убийства Вороненкова. Да? Соответствующие организаторы наняли каких-то украинцев, которые это осуществили. И, собственно, это стандартная история. Да, человек, который говорил с Лешей, говорил, ну, он украинец. Да? Мы уже достаточно прожили в Украине, чтобы отличить украинца от неукраинца. Соответственно, я прекрасно знаю, кто заказал Дениса Вороненкова, и там, конечно, есть след российских спецслужб. И мы знаем, как часто российские спецслужбы вольготно себя чувствуют, но действуют они через украинцев. Поэтому, на мой взгляд, эта ситуация похожая на эти. Да? То есть спецслужбы для этого, казахстанские спецслужбы для этого используют каких-то граждан Украины. Именно для того, чтобы расследовать детали этого преступления, это, безусловно, является преступлением. Вот то, что происходит сейчас вокруг нас, это преступление. Это преступление должно быть расследовано соответствующими органами, украинскими правоохранителями, и полицией, и СБУ. Если мы уже можем перейти к вопросам, то да, я конечно. Сразу тогда спрошу, на какой стадии все те заявления, которые вы подавали в украинскую полицию по поводу всех вот этих многочисленных случаев, которые вспоминала Жанара, которые вспоминали вы, на какой стадии какое конкретное заявление? Ну, я могу сказать вот следующее, то, что меня очень сильно беспокоит. А заявление мною было подано 5 числа.
Сегодня уже 10-е. Прошло 5 дней. Никто из полиции мне не перезванивает, никому это не надо, никто ничего абсолютно не интересуется. Да? То есть речь идет о тяжком преступлении, попытка похищения человека. И мне никто не звонит, хотя предоставила и видеозапись, там, и как бы... Ну, это сигнал, он оформлен, и на него должны реагировать. Это как минимум, ну, я считаю, что, ну, это как минимум тревожно, что не реагируют. Более того, я уже говорила, что вот сейчас вот Ольга говорит, я считаю, что это правильно. В прошлый раз попытка похищения тоже занимался украинец. То есть тоже занимались украинцы. Люди, которые пришли и показывали документы Национальной гвардии Украины. Именно эти документы позволили им пройти на территорию нашего комплекса жилищного. Я живу в Софии Клубной, как вы помните. И на территорию этого жилищного комплекса они смогли проникнуть только потому, что у них на руках были легальные документы. Они легально на территории комплекса возле моего подъезда 2 суток дежурили. 8 человек. Это все потом охрана нам рассказывала. Несмотря на то, что охранники были прямыми свидетелями, готовы были давать показания. В тот момент никто этим не воспользовался. Прокуратура, как бы мы ни бились, и адвокаты обращались, прокуратура все это проигнорировала, следствие это все проигнорировало. Теперь второй случай, опять украинец, тоже человек украинец, ну, однозначно я тоже могу отличить людей. Украинец принимает участие в какой-то операции, да, и я понимаю, что опять всем будет все равно. Я, простите, здесь с ребенком, это мои друзья, они вообще не имеют отношения к тем ужасным событиям, которые происходят в Казахстане. Они решили мне помочь. Для чего сейчас это все делают? Для того, чтобы оставить меня там одну, для того, чтобы выбить у меня из-под ног почву, напугать моих, окружение мое, да, людей, которые мне помогают, устранить их всех. И у них, я хочу сказать, что эти вещи получаются, потому что не все выдерживают такой прессинг, никому не нравится, когда за тобой следят, никому не нравится, когда устраивается травля. Я хочу привести один эпизод. На территории Украины были сняты видеоролики агитационного характера, которые мы готовили к митингу на 23 июня за бесплатное образование. Хорошие ролики, да, действительно, мы обратились в агентство, да, действительно, мы сняли эти ролики при помощи артистов из этого агентства, и нам помогли снять это все. И чем это все обернулось? Люди, которые снимались в этих роликах, попали под чудовищную травлю наших СМИ, наших троллей, наших спецслужб и так далее. То есть к этим людям никому, то есть эти артисты на территории Украины, они граждане Украины, да, они азиаты, но они граждане Украины. Их затравили настолько, наши СМИ умудрились там на них налететь. Эти люди пожалели, что участвовали в этом событии. Хотя... Скажите, пожалуйста, в каких числах это все происходило? Ну просто чтобы можно было отследить публикации в СМИ тем, кто сейчас услышит, захочет посмотреть ретроспективно. Ролик вышел 23-го, в смысле наши материалы, митинг вышел, проходил 23-го числа. Накануне Генеральная прокуратура, вот обратите внимание, не кто-нибудь, Генеральная прокуратура Казахстана распространяет видеоролик, и где обращается и говорит, что на территории Украины Жанара Ахмед нанимают артистов, и эти артисты снимают, значит, сняли ролики, и они не имеют никакого отношения к Казахстану, это нанятые актеры. Да, нанятые актеры. Простите, а в агитационной борьбе кого еще используют? Да, всегда используют актеров. Такое бывает. Особенно видеоматериалы используются такие вещи. Но дело не в этом. Дело в том, что по какому праву была развязана травля. Более того, где Генеральная прокуратура взяла эту информацию? Ведь это не было ни в каких доступных источниках, ни в каких массовых источниках. Эта информация, естественно, нигде не распространялась. С какой стати Генеральная прокуратура, более того, они это сделали через все СМИ Казахстана, они это распространяли через WhatsApp, через все мессенджеры, через все социальные сети. Они это распространяли настолько массово, и на каком основании они получили эту информацию? Это уже напрямую указывает о том, что незаконная слежка велась за моей деятельностью на территории Украины, которая потом к тому же была озвучена официальными лицами Генеральной прокуратуры Казахстана по всей стране. И люди, которые участвовали в этом, попали под страшную травлю. Там, вот знаете, просто если в эти числа зайти, например, ну, это где-то, наверное, с 20 числа началась эта травля ВКонтакте, в социальных сетях. У нас участвовали актеры.
Я не знаю, есть ли смысл указать их фамилии, потому что им и так досталось, этим ребятам, да, потому что все их сети ВКонтакте, в Инстаграм, буквально туда налетели со страшной руганью, со страшными проклятиями нанятые, естественно, тролли, которые занимаются этой работой специально. Ровно по той же схеме, по которой действует кремлевская пропаганда, да, против Украины. Абсолютно. Схема одинаковая совершенно. Вот чем, почему мне так интересно помогать Жанне? Потому что я вижу, насколько диктатуры, они похожи между собой. То есть они действуют против своих граждан, против чужих граждан совершенно одинаково. И поэтому, помогая друг другу в этой борьбе, можно как-то обогащать своими идеями. Да? И я вижу, насколько вот эта система пропагандистская простроена так же, как это работает кремлевская система. То есть, насколько я понимаю из ваших слов, пока что на заявление, которое вы подавали в полицию, никаких ответов не было, и никто из должностных лиц не комментировал никак эту ситуацию на ваши запросы и запросы ваших адвокатов? Нет никакой реакции абсолютно. Я думаю, сегодня обещали уже депутаты Верховной Рады подключиться и сделать депутатский запрос в СБУ. Надеемся, что после этого все быстрее закроется. Да, я хочу сказать, что я разговаривала со Светланой Залещук. Насколько вы понимаете, она является моим поручителем. И Светлана заверила меня, что она с этой ситуацией тоже будет бороться, потому что и будет обращаться в СБУ и просила, чтобы я держала ее в курсе. Мы обратились, естественно, и к другим правозащитникам. И в настоящий момент правозащитная фундация «Открытый диалог» находится в Бундестаге. Они тоже прямо сейчас освещают эту ситуацию по мне, потому что, ну, действительно, сигналы идут давно, а реакции нет никакой. И простите, жить, когда за тобой следят, и ты живешь одна с ребенком, и не понимаешь, чем закончится каждый твой день, и каждую минуту переживать за сына, каждую минуту переживать, что происходит в твоей квартире, и понимать, что в нее кто-то может проникнуть, потому что замки ломали средь бела дня. Понимаете? И это все очень тревожно. И как бы с этим никто не работает. И поэтому мы вынуждены обратиться с публичной площадки, чтобы привлечь к этому внимание остальных людей. Скажите, пожалуйста, по ситуации с Алексеем, которая была сегодня ночью, вы уже подавали заявление в соответствующие органы? Вот сейчас как раз мы написали уже, мы его подготовили, и как раз после вас мы едем в полицию подавать это заявление. Еще Жанара упомянула в своем спиче в начале, что приходят люди из нацполиции к людям, которые с вами сотрудничают, и как они объясняют свои визиты, чем они аргументируют, что они, собственно, спрашивают? Они приходят и спрашивают... Информацию собирают. Да, собирают информацию вот именно конкретно обо мне. То есть, какое вы имеете отношение, как вы связаны. Ищут людей, причем, знаете, как ищут? Вот людей, допустим, вот у меня есть знакомая, она вообще не имеет никакого отношения к нашей деятельности, она мне помогает с ребенком. И вот они к ней приходят домой, ее не могут застать, берут ее портрет, ходят по соседям и спрашивают: вы знаете, кто эта женщина, вы знаете, с кем, где она работает, вы знаете, чем она занимается. Слушайте, это какой-то нонсенс. Вот представьте, сейчас вот эта женщина, она мне все время помогала с ребенком, где-то там посидеть с ним, вот он сейчас заболел, кто-то должен с ним оставаться, я вынуждена обращаться за помощью к людям, да? И сейчас они ее тоже запугивают для того, чтобы даже эта женщина не могла мне помогать. Это как вообще? Еще уточните, пожалуйста, вот ситуация, когда вы должны были освещать акцию в Казахстане 23 июня, если я правильно запомнила, и вам внезапно вырубили телефонную связь и интернет. Это произошло с вами в Киеве или это произошло в Казахстане? В Киеве. Конечно. Это все произошло в Киеве. У нас есть такой небольшой офис, где, собственно, мы иногда какие-то делаем ролики, там, готовим материалы. И, собственно, мы собирались в прямом эфире освещать акцию, как она будет происходить. И буквально за 2 минуты с утра все было нормально, все туда пришли, там настроили, создали там все необходимые каналы для того, чтобы информацию собирать. И ровно за 2 минуты до начала акции сначала вырубается интернет, а когда мы пытаемся куда-то позвонить, у нас Wi-Fi, там обычный Wi-Fi. Поэтому, собственно, технически это подавление, собственно, тех волн, по которым мы все это получаем. Когда мы пытались позвонить, мы поняли, что в офисе ни у кого никакой системы мобильной связи, телефоны не работают. Естественно, мобильного интернета нет тоже.
стали смотреть вокруг, увидели затонированную машину, которая стоит прямо под окнами. Когда мы пошли ее фотографировать, она там стала передвигаться, отъезжать и так далее. Но мы поняли, что просто мы не сможем иметь стабильную, что называется, связь. И в любой момент даже, вот когда мы стали звонить провайдеру, связь появилась, потом снова упала. Мы поняли, что просто мы не сможем работать в такой ситуации. Еще проясните, пожалуйста, с вашими паспортами. Жанара упомянула, что паспортов у вас нет. А как так получилось? То есть, может, я просто не в курсе какой-то процедуры, что вы их должны были там отдать в миграционную службу или еще как-то? Ну, дело в том, что когда обращаешься в миграционную службу, и, естественно, и у вас изымают полностью все документы. Да? То есть вот у меня забрали документы ребенком, загранпаспорт и так далее. То есть мы здесь живем по маленькой справке, бумажный документ, на основании которого, естественно, я ничего абсолютно в Украине делать не могу. Не могу открыть счет, не могу даже там что-то оплатить. То есть это документ, который делает тебя, ну, абсолютно нелегитимным человеком ни в какой сфере. Вот. И ты никуда не можешь поехать, ты никуда не можешь выйти. И когда вот еще имея на руках такой документ, то есть ты вообще никто, ты, тебе выйти никуда нельзя с этим документом. Тебе еще предъявляют опасения, что там ты можешь покинуть Украину и садят тебя в тюрьму, как это было со мной. То есть это, я считаю, что это запредельный маразм и запредельная какая-то вот... Ну, цинизм. Цинизм, да, властей. И люди живут по таким документам по много лет. Я знаю человека, который живет 25 лет в Украине по таким документам. И Украина не предоставляет убежище. То есть вот не предоставляет и все это убежище. И вы хоть умрите там... Ну, объявляют о том, что страна, которая дает убежище, но не предоставляют. Я хочу упомянуть еще один эпизод. У нас есть друг, его зовут Мурат Тунгишпаев. Он тоже журналист, он тоже в какой-то степени имел отношение к демократическому выбору Казахстана, когда-то делал ролики для, снимал свой YouTube-канал, когда-то делал ролики по жена Зеню, вел очень острые репортажи. Он журналист. И вот этого журналиста в Киргизии по 405 статье пришли и арестовали по заявлению наших спецслужб. Киргизия буквально за несколько часов выдала человека, не оставив ему даже права на обжалование судебного решения. По-бандитски, вероломно приняли решение и... При том, даже, что он тоже подал на беженца. Да, при том, что он тоже подал в миграцию, тоже является соискателем статуса беженца. Они нарушили все международные конвенции, все сколько можно было. И права журналиста, и права беженца, и права человека, и так далее. И все это было нарушено, несмотря на то, что Казахстан является страной, где применяют пытки. И пытки применяют в первую очередь политическим и так далее, вот, по политическим мотивам. И сегодня Мурат Тунгишпаев выдан Казахстану. Сегодня он является заложником уже казахстанских спецслужб. И я точно знаю, что он подвергается пыткам, если не физическим, то психологическим, моральным, где над ним издеваются и требуют от него, например, очернить ДВК, очернить Мухтара Аблязова, очернить меня и так далее. И если такие вещи где-то сейчас прозвучат, это будет означать, что его пытали и он не выдержал. Только так это будет выглядеть. За вот этот период у нас, вот, например, как только Мухтар Аблязов освободился из французской тюрьмы, он тоже сидел по экстрадиционному запросу, но французские власти, Верховный суд Франции полностью снял все предъявленные Казахстаном, Украиной и Россией обвинения в адрес Мухтара Аблязова и признал его политически, признал их политически мотивированными. Сегодня Мухтар Аблязов на свободе. И с того момента началась страшная бешеная травля, просто оголтелая травля, преследование, угрозы ко всем, кто имеет отношение к Аблязову. Десятки людей были вывезены в Казахстан, вывезены в Казахстан из европейских стран. И сейчас эти люди вынуждены все под давлением после пыток давать показания. Его даже обвинили в убийстве. Это все после того, как человек кричал: «Меня пытают». Его жена с трибуны Евросоюза ПАСЕ кричала: «Пытают моего мужа, убивают в тюрьме, чтобы он назвал Аблязова убийцей». И все-таки его допытали, и все-таки он назвал Аблязова убийцей. И сейчас с этим приговором будут носиться по всему миру и рассказывать:
сделать. Аблязов убийца. Таким способом действуют казахстанские власти. Для чего они за мной охотятся? Для того, чтобы точно так же взять меня в мешке, увезти в Казахстан, там пытать и заставить сказать, что Мухтар Аблязов плохой человек, преступник и так далее, что демократический выбор Казахстана — это экстремистская террористическая организация, которая занимается преступными вещами. Вот этим занимаются специальные спецслужбы Казахстана здесь, в Украине. Для чего им нужна Жанара Ахмед? Для того, чтобы совершить все то же самое, что они совершали до сих пор в отношении многих других людей, которые сотрудничали с Аблязовым. Господа, у кого еще есть вопросы? Тогда, наверное, еще один вопрос от меня. Если в ближайшее время для вас ситуация не особо изменится, то есть вы будете по-прежнему ощущать давление, не будет особой готовности помогать со стороны правоохранительных органов, у вас есть возможность, если вы так решите, забрать документы из миграционной службы и попытаться уехать в какое-то другое государство? Нет, такой возможности нет ни у кого. В таком случае, вот я заберу сейчас документы, и меня немедленно депортируют, есть такой закон. Вот Леша сейчас пойдет, заберет документы из миграционной службы, и его сразу же депортируют. Законы работают против нас. И на самом деле эти законы, да, они остались на уровне Советского Союза в Украине. И Светлана Залищук именно с этой сцены, вот именно с этой трибуны говорила о тех же самых вещах, и неоднократно многие люди привлекали к этому внимание, что положение беженцев просто чудовищное. Украина декларирует себя европейским государством с демократическими стандартами, с европейскими ценностями. Украиной подписаны все декларации ООН по беженцам и так далее. Да? И когда она говорит, Украина, да, приезжайте, мы дадим вам защиту, получается, эта страна нас обманывает. Получается, что мы сюда приезжаем, мы не то что не можем получить защиту и получить статус беженца, мы не можем защитить свои жизни. И на сегодняшний момент в Украине оставаться небезопасно. Вот я сейчас об этом говорю второй раз. Когда я только приехала в Украину, я была счастлива. Я думала, что здесь меня смогут защитить и помочь мне. Но я уже второй раз говорю, что мне страшно в этой стране. Мой сын проходил довольно длительное лечение после того, как мы перешли границу, и после того, как меня закрыли в тюрьме на 32 дня в Лукьяновском СИЗО. И сейчас, вот сейчас, в этот момент, мы опять переживаем тот же стресс. И я даже не знаю еще, из-за чего мой ребенок болен, и почему третьи сутки мы не можем снять болевой синдром в животе у него, и врачи не могут поставить диагноз. Я на самом деле очень встревожена этой ситуацией. У меня нет слов, чтобы сказать, насколько мне страшно и трудно сейчас эти вещи вам говорить. Врачи открыто говорят, что это химическое отравление, но они не знают, каким веществом произошло это отравление. А как вы знаете, что самое сложное в отравлении, когда неизвестен тот агент, которым человек отравлен, очень тяжело подбирать лечение. Тем более это все-таки ребенок, это еще более утяжеляет ситуацию. Поэтому мы будем надеяться, что вот та общая терапия по очищению организма, она даст свои результаты, и с Ансаром все будет хорошо. Но на самом деле это просто ужасающая ситуация, и мне хочется вот самое пристальное внимание уделить именно этому, потому что Украина понимает, что из себя представляет Россия, а Казахстан, он не находится в фокусе общественного внимания в Украине. Поэтому, ну, мало ли что там в этом Казахстане происходит, он далеко. Да? Это тоже диктатура, Казахстан. И там с людьми обращаются, ну, может быть, не всегда хуже, чем в России, но уж точно не лучше. И со своими политическими противниками Назарбаев, как такой азиатский диктатор, он поступает еще более изощренно, чем Путин. Поэтому мне очень хочется обратиться к украинскому обществу, к украинским властям, и чтобы они подходили с одинаковой меркой, в том числе и к моим казахстанским друзьям, и чтобы и казахстанских оппозиционеров также поддерживало украинское общество. Ну, надеюсь, что все-таки украинские власти тоже. Последний вопрос от меня. Насколько я понимаю, со слов Алексея, о вашей ситуации, в принципе, вы уже сообщали в международной организации, по крайней мере, пытались сообщить. Жанара, знает ли такая организация, как, допустим, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, о вашей ситуации? Есть ли у вас с ними какая-то коммуникация? Была ли вам уже оказана какая-то поддержка? Ну, я бы сказала,
сказала так, что со стороны ВКБ, конечно, они все знают. Понятно, что они все знают, потому что есть правозащитная структура, право на захист, партнерская структура, которая ведет мое дело. И у нас 24 числа возобновляются суды с миграционной службой, которые... И мы, кстати, проиграли суд первой инстанции. То есть миграционная служба не считает, что меня преследуют по политическим мотивам и отказывает мне в статусе беженца. И сейчас у нас будет апелляционная инстанция 24 числа. Понятно, что все это знают, потому что право на захист ведет это дело, представляет мои интересы в суде. И мы встречались, кстати, и я точно так же говорила, что для меня Украина не является безопасной страной. И это было, кстати, уже довольно давно, то есть месяца 4 назад приезжали сюда представители ВКБ, комиссары напрямую, и я разговаривала, лично разговаривала, доносила эту ситуацию. На самом деле особых изменений, не то что изменений, вообще никаких реакций нет. Со стороны миграционной службы, со стороны там каких-то других структур, это абсолютно никак не меняет мое положение. Если вопросов больше нет, спасибо, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо вам, что вы большое нас спасибо. Приютили сегодня и что дали возможность поговорить с вами. Спасибо.